У тебя виноград мытый? Да, конечно. Нет. Да, конечно, нет. Привет, Миренка, тебя еще не забрали в армию. Прошу прощения, моя сладость, извини. Выеби меня! Бога мою, да, городской совет. Угу. Это кто? Китя? Блин, я думала, он ей предложение делает. Это Китя? Он шнурок завязывает. Эх. Ой, бля, нихуя. Ты чихаешь, бля. Ничего себе, ты чихаешь. У меня такое состояние после того, как я чихну 3 раза. Или 4. Или 5. Мой дед так же чихает. Блядь, у меня дед чихает так, что это слышно просто во всем доме. Это становится так страшно. Ты сидишь, занимаешься своими делами и слышишь... Ача! Такой, ебать, ты чё, деда, блядь? Пиздец. Это он. Ну, он зайка на самом деле. Что, блядь? Как ты хуйня? Тайджест второй. Зря все деньги трачу, конечно. Опа. Нормальный сламданк. А я раскидаю. Опа! Красиво. Да ёптать, а мне можно уже курьера забрать? Ты чмо конченое. Я типа какой-то клип видела. Ты это мне сейчас? Да, опять. Я рот свой переворачивал, блядь. Потом, сука, мыло его. Стример еще живая. Какая, которая с татухой на шее? Спасибо. А морковку мы прошли, она типа сверху была. Меня типа мало интересует взаимоотношения между людьми, к которым я не имею никакого отношения, по сути. Блять, извини, я долбоёб. Ты веришь? Надо с Максимом в эту игру поиграть. Брат, прости. Не знаю, как она называется. Буду гуглить, как игра про зайцев. Чернобыль. Так, я не подписана, мне насрать, я же говорила. Hello, красавчик. Чернобыль. Спасибо за чирик. На крыше играю, реактора, блядь. Поэтому, блядь, фонит нахуй. Супербанимен. Спасибо. Пиздорезки, блядь. О, какая у вас дубинка здоровая. А можно подержать дубинку? Нет. А, ясно. И баллончик прям у вас есть, да? Это Айрис, да? Если класс. Это Айрис, то она... Да, но дубинка у вас, кстати, такая здоровая, классная. А у вас одинаковые размеры дубинок или там, ну, типа... А, то я вижу то, что справа меньше дубинка, а у вас большая. Прям. Я же говорила, будут такие шутки, блядь. Типа вот это, завуалированные. Куда это я пошла? Чё такое? Ебать! Нихуя! Nice attempt. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Самые вкусные конфеты Рахат из Казахстана. Широкий ассортимент сладостей. И все только для вас. Кто донат закинул? Ебать, я пируэ, ты хуй! Пока! Ты понизь! Я взялся, братик, все, смотри! Все! Сань, ты нахуй! Воркаут, воркаут, давай, все. Все, смотри, оп! Блять, группировочка, ебать! Пошел! Схватил! Блядь! Оцепляй! 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 Да долбоёб, ты меня убил! Сука, ты говно! На нахуй ещё труп выкинул! Блядь. Ебать, дед! Я тебя убил, сразу тебя захотел. Почему молиться? Мой член обалдел. Моё пожилое тело молодое захотело. Юлия, покажи свою воровочку. А я с тобой тупо закурались, мы с тобой загудим, погуляем. Ты моя навсегда, Земля ты моя пизда. Я твой, ты со мной, приставуха на тебя, хуй мой. Ну типа, у него дискорд-то года 2-3, наверное. Моя девочка. Канал. А, понятно все, Генцуха. Понятно. Понятно.
Йенс, блядь, ты шо? Чи шо? Ёб твою мать. Наверное, тут запрещены имя одной из них, или я не усекаю. Конкретнее. Какое именно? Блядь. Тупо эвэй аут. Хорош. Схватил за морковку. Братишка, теперь ты аккурат. Бля, охуенно играю. Ёбаный в рот, сука. А, Юичка, да не, мне похуй. Я готов забиться на рыбак лесбистиксам, танкистам, аферистам. Я уже разнес туза и мирвану, и бистикса унижения у меня в кармане. Я могу читать без битов, но не могу без понтов. Бистиксы не олд на тебя, Эвелон, давно положил болт. Я знаю, что я ноунейм, но ты хотя бы меня одолей. Ведь после моего диса ты упал в мавзолей. Раунд. Хорош, хорош, я какой. Он на этом стримит, на ютубе теперь, деда. Он бьет, дайте смог. И насколько мне сказали ребята, он орал на своем стриме то, что Twitch запрещенное слово, запрещенное слово, запрещенное слово. Агентство такая, осуждаю, 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 осуждаю. Вот у меня тиммейты всегда гандоны, да. Не, просто потому что люди постоянно, ой, дай модерку, дай модерку. Живи через дырой. Бля, гусь пиздатый. Отличная фраза. Я-то утка, да? Я-то утка? Что сам стримишь, я больше не... А почему? Что такое? Ребят, тогда... Вы себе другую работу нашли, чем вот такую. Потяжелее. В смысле? Захейтили. Забирайте меня. Оскорбление офицеров при исполнении, это еще будет вам. Я не оскорбил никак на стриме. Блять, помню, как я на стриме начала гасить чувака, который прыгал по тачкам, разбивал их. Видимо, кто-то до этого вызвал копов. И в тот момент, когда мое терпение, блять, лопнуло, я вернулась на то место, взяла пистолет, нацелилась на него, начала его гасить, подъезжает сзади тачка с копами. Я начинаю, блять, экстренно убегать. Тебя сбили, да-да-да. Я начинаю, блять, убегать от них. А чё брать пистолет, блять? Она из-за этого останавливается, меня сбивает тачка. Я на панике решила нахуй выйти просто из игры. Пиздец. Нелли не вывезла РП, блять, съебалась. На нахуй! Нам это не нравится, да. Раб, убивайте, 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 она хуёвая. И, короче, я зашла обратно в игру и вернулась, типа, на точку в доме. Что? И все было норм. Я почему-то на тап все хочу открыть. Ну, так я избежала полиции. Потом? В смысле, он это сделал? Жесть. Ну и чё ты, тебе не стыдно вообще? Иди извинись перед ним. Вот, красавчики. Давно надо было так сделать. Красавчики, молодцы. Да не за что, не за что. Давно надо... Тебе надо было это сказать. Чё всего происходит? Лишь. Красавчики. Не помню, где надо, почему стримит Android. Заменили. Behind lower train. Могу тебя флешку дать. Давай, давай. Нет, Майн, мы сегодня не пойдем. Мы сегодня... Сука, релик достаешь! Ты, блядь, релик достаешь, сука! А! Твой ебаный револьвер, нахуй! Ты давай его бага, блядь! А ты сдаешь, сука, револьвер! Мне просто постримить надо. Мне просто постримить надо, говорю. Робот, 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 мужики! Молодые, сейчас досматриваем нарезку, я иду в Детройт, потому что мы, видимо, сыба. Да. Я прям по нему, я прям по нему. Блядь, ебашьте, ебашьте, робота, быстрее! Мы соснули.
Блять! О, ну хп. Такие были, но я не помню. Да иди ты нахуй! Блять, что это? Блять, два долбоеба выпали из него. Это что за мека, блядь? Это что за ворот? Сел, блядь. Дядя, это такой кал вообще просто. Пизда нахуй. Что у нас боты еще? А, у меня роботы, блядь! Блядь! А с кем? Да, в оригинале... В оригинале, блядь, лучше, чем... Буду. С этими линзами. Какой ты мудак, я в шоке. Да чё я, блядь, говорю, ну просто это реально зачем? Отстой. Зачем? Ну не... Да отстойные линзы, блядь, говно. Ну реально. Скажем ей так, на шёпотом, на ушко. Аринян, линзы говно меняй. Блядь, Серёжа гаси. Ай. Ты дурной. А линзы говно. Привет, Медузка, привет. Может, ты пацан, подпишись, не ленись на канал. Ой, потом. Блять! Вот это самая очевидная хуйня, которая могла быть в нарезках. Типа, господи, они уже какую? Раз, два, три, четвертую нарезку выпускают с таким моментом. Четвертую, блять, нарезку подряд. Одно и то же, блять, одно и то же. Будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался. Ты лайк поставь!